приветствую, друзья. Я нахожусь в двухэтажном поезде «Атаман Платов». Мы едем из Лазаревской домой, в Ростов-на-Дону. И я снимаю обзор. Едем мы с мужем, со свекровью и с сынулькой Вовой. Итак, поехали. Вагон двухэтажный. Вот как выглядит наше купе. Здесь уже застелено все было. Такие светильнички. Наверху USB разъемы. Вон, видите? Wi-Fi. Вагон оборудован кондиционером и соответствует классу обслуживания. Вот розеточка. Газетки, если будет скучно, захотите почитать. Одноразовые тапочки. И прилагается к каждому зубная щетка и зубная паста. Здесь есть лесенки, кнопка экстренного выхода, кнопка вызова проводника. Вот кнопочка. Ну, вешалки, конечно же. Вот вентиляция. Дорожки. Все чистенько. Вот такие дорожки. Здесь есть кулер, с собой воду брать не нужно. Хотите горячую воду, хотите холодную воду. Так. Туалеты у нас внизу. Вот лесенка идет вниз. И вот еще внизу. Также купе. Туалета у вас здесь наверху нету, да? На первом этаже. Угу, понятно. Туалеты только на первом этаже. Что не очень удобно. Сходить пописать можно только вот сюда. Ну, кстати, вот тоже есть выход оттуда. Вот туалеты. Давайте заглянем, посмотрим. Еда с ногами не вставать. Есть туалетные подкладки, туалетная бумага, кнопка смыва, бумажные полотенца, зеркало, розетка, краники, все есть. Мне все понравилось. Вот как выглядит поезд снаружи двухэтажный, вот два этажа. Вот на таком поезде мы приехали, отличный сервис. Всем пока!